Ничего не делать ни один, ни второй. Зря потраченные деньги. Обалденный, обалденный продукт. А вот это его брат, дебил, косой, кривой, не работающий. В мире есть еще такое огромное количество косметики, на которые было бы приятно потратить деньги, это все работало бы, а мы покупаем вот это вот все, вот это вот все, вот это вот, вот это вот все, вот эту фигню, вот это все. Сегодня мы с вами будем учиться экономить деньги путем тем, что не покупать косметические продукты, которые не работают, которые неэффективны. Вы просто зря потратите свои деньги и не получите должного эффекта. Поэтому помогаю вам сохранить свои финансы, действительно покупать стоящие продукты, а не брать вот эту вот фигню, которую купила я. И теперь хочу вам сказать, что нет, пожалуйста, не берите. И я тут подкопила уже баночки, никак тоже не сниму вам. В пакете. Вот он у меня здесь есть, и здесь куча-куча всяких баночек, поэтому показываю, делюсь своими личными впечатлениями. Так, а здесь у меня, получается, лежат не только те продукты, которые не очень, но есть те, которые очень. О них я тоже потом сниму. Да. Даже не буду вырезать, оставлю это. А, кстати, у меня получается задача сейчас отобрать то, что разорит вас. Разорит. Первый продукт. Тоник, точнее, лосьон из первой фазы. Из первой ступени ухода от клиник. Вот такая вот штуковина брала для работы, для того, чтобы очищать клиентам кожу. Нежно такого зеленого цвета водичка. И как бы она вот очищает, увлажняет, стоит кучу денег. Но она ничего не делает, вообще ничего. Вот просто возьмите ватный диск, нанесите туда чуть-чуть La Roche-Posay, например, термальную водичку. Тоже, кстати, часто использую. И будет эффект точно такой же. То есть косметику она вам не снимет. Это этап, который между очищением и увлажнением. Вот он не делает ровным счетом ничего. Зря потраченные деньги. Ну, как бы, если это как бы важно для вас, иметь кучу ступеней этапов ухода от клиник, то, конечно, берите, если не хотите потратить зря деньги, потому что в Брокарде стоит оно сейчас вот вообще ни капельки не дешево. Не покупайте, не тратьте зря деньги. Возьмите лучше хорошее очищение и хорошее увлажнение. А тоник, возьмите какой-нибудь другой, потому что этот не делает вообще ничего. Так, поехали дальше. Куда же мне их девать, а? Куда же мне их девать? На кассе, в Ив Роше. Мне втюхали, вот по-другому не скажешь, вот такую вот масочку увлажняющую с розмарином и огурцом. Нет, агава, соком агавы, на секундочку. И вот такая вот, она классно так выглядит, знаете, как кремики от L'Occitane, да, вот она такая миниатюрка, и стоит там не очень дешево, что-то там в районе 100 гривен, не очень дорого, что-то там в районе 100 гривен, и думаю, хотя, в принципе, для такой баночки, да, то есть тут буквально миллилитров 15, наверное, или 10 даже. То есть она вообще такая очень милая, такая вся привлекательная и супер увлажняющая, вообще ничего не делает, точно так же. То есть, что наносил маску, что не наносил, я даже вот не до конца ее закончила, оставила, чтобы вам показать и не выкинуть ее. Запомните ее. Сейчас я вам ее покажу чуть иначе, вот так. Бестолковая штука, не покупайте, не тратьте ваши денежки, лучше 100 гривен потратьте на вкусный кофе и какую-нибудь вкусняшечку полезную, чем вот эту штуку купить. Не стоит вообще. Едем дальше. Дальше это рождественская... А, нет! Это удачный продукт. Сори. Прячу. Если будет интересно посмотреть на хорошие продукты, пустые баночки, покажу. Ага, вот у нас что. Очищающее молочко от Микса. Ну, я, наверное, как лошара, немножко повелась на их рекламу. Такая красивая, хорошая реклама. И думаешь, вот за такие деньги хороший увлажняющий продукт, прям можно себе подобрать полностью уход. И вот такое вот очищающее молочко для кожи лица, макияж снять, щипет глаза, еле закончила, добила банку, и то не до конца, да, тут видно еще есть что-то. Короче, возьмите лучше что-нибудь другое за эти деньги, возьмите лучше мицеллярку, правда, возьмите лучше мицеллярку, не забывайте, конечно, смывать ее минеральной водой какой-нибудь или термальной, обязательно, вы же знаете об этом, вот скажите мне, вы же знаете о том, что обязательно нужно снимать мицеллярную воду, еще дополнительно, не оставляйте ее ни в коем случае на лице. Поэтому возьмите лучше мицеллярную воду, это будет более эффективно, чем вот эта вот штука, которая размазывает все, не стирает нормально, еще и глаза щиплет. Едем дальше, та же самая Микса, да, кстати. Вот они вместе, эти два бандита, которые разорят вас и не принесут никакой пользы. Вот видите, прям вот можно подобрать
целый уход, и мне так упаковка их нравится. Блин, ну да, для девочек это порой важно. Микс увлажняющий гиалурогель. Вот, ну наверняка вам попадала реклама, даже на нашем ютубе с вами. Мне тоже она попадала. Не берите, не увлажняет вообще толком ничего, очень быстро съедается кожа. Я, кстати, вот не очень любитель того, когда крем вот раз и впитался, и все, и как будто бы его и нет. И кожа как будто после него даже чуть стянутая. И кажется, ты же хотела увлажнить себе лицо, а что же случилось, что же пошло не так? Короче, вот эта вот баночка, точно нет, вместе с вот этим вот точно нет, не покупайте, замените чем-нибудь другим. Даже Нивея какая-нибудь, и то больше пользы вам принесет, чем это Микса, да, никакого эффекта. Вот такой вот странный продукт достался мне в подарок, абсолютно полный, буквально раз использовал или два, вообще не поняла. Вот, знаете, вот иногда кажется, что вот живешь там какое-то время, пользуешься косметикой часто, покупаешь в достаточно больших количествах и думаешь, ну ты уже знаешь практически все. Ну как бы чем еще можно удивить? Так вот, липкий гель, увлажняющий для тела, какой-то там супер эко ттт итальянский, между прочим, на секундочку, выглядит вот таким вот образом, какая-то мента, гель с перечной мятой экстрактом. И я так обрадовалась, такая вот хорошая, состав вроде неплохой и так далее. Наносишь на кожу тело, вот такая как слизь, которая потом еще и липнет. И в чем эффект? Я так и не поняла. Если наткнетесь, ни в коем случае не берите. Абсолютно бестолковая штука. Я не знаю, зачем ее придумал производитель. Вот правда, вот вообще. Вот вообще не понимаю, кому это может быть эффективным. Не забудьте поделиться, кстати, пожалуйста, продуктами в комментариях, от которых вы тоже бы всех отговорили, сказали, вот это не бери, сэкономь свои деньги. Вот чисто по-человечески такой братский, дружеский совет. Поэтому вот эту штуку, я вот она полная у меня, использовать не буду, конечно, потому что я лучше кокосовое масло несу, чем вот такое вот, вот такое. Еще один продукт, если кто из Украины, кстати, девочки, напишите, кто из Украины, мне интересно, насколько много у меня девочек из России, там, например, или из Украины, хотя я вот знаю, что смотрят меня из других даже стран, русскоязычные барышни, поэтому интересно, кто-то есть из Украины, то есть интересно было бы посмотреть обзор на Еву Ватсонс, например, если вы знаете такие магазины, поэтому вот, например, рассказываю о таком продукте, хотя я думаю, что много где на самом деле продается, но вот... Купила я непосредственно в Ватсонсе вот такую вот штуку, это 3 в 1. И как всегда, знаете, вот иногда клюешь на такие вещи, которые вот мультиспрей, 12 в 1. Чем я думала, когда покупала? Вот не знаю, чем я думала. Комплексный уход мгновенного действия с 12 активными питательными веществами, кондиционирующими компонентами, и компонентами, придающими блеск. Распылитель вот такой вот. Пшик-пшик-пшик. Баночка вот такая вот. 150 миллилитров. Производство это у нас. Италия. Девочки, это Италия. Вот эта прекрасная баночка. Запомнили ее? Баночка. Не покупайте и не тратьте деньги. Она тоже не делает ровным счетом ничего вообще. То есть это такая вот какая-то водичка. Ты ее нанес... И волосы и не расчесываются после этого легче, и блеска никакого не появляется. Она не делает вообще ничего, Giardini di bellezza, Giardini di bellezza. Мусорку. Я использовала ее, я вот думаю, ну как бы я же ничем не смогу навредить волосам, как бы может быть там накопительный эффект или что-то еще, вообще не работает. Я вот склоняюсь к тому, что может быть у этого продукта нет ничего эффективного. Если вот знаете вот эту вот фирму, скажите, есть ли у нее что-нибудь эффективное для волос? Спасибо. Специально сбегала и принесла вам вторую банку хорошего продукта для сравнения, чтобы вы понимали. Вот это вот, моя любовь. Это Healthy Mix Bourjois тональный крем. У меня в оттенке номер 52 ваниль. Покупала уже несколько раз, довольно невероятно. И вот реально из масс-маркета это просто кайфовый продукт, эффективный, ухаживающий, увлажняющий. Действительно очень приятный на коже, хорошо закрашивающий ваши недостатки, но при этом не, знаете, вот нет этого эффекта, как супер матовый плотный продукт, который застывает, и ваша кожа как будто бы на ней еще 3 килограмма пудры. Но и опять же, он не уходит очень быстро с кожи лица, то есть может продержаться с вами много-много часов. Вот это просто one love. И вот я решила один раз попробовать. А что же такое у нас Healthy Mix BB крем? Знаете такой? Наверняка знаете.
Вот они такие два брата. Один, как говорится, удался. Вот этот. А вот это такой кривенький, косенький, такой вот какой-то дебильчик такой. Вот этот дебильчик ничего не делает, девочки. Это просто какая-то водичка с легким-легким оттеночком. И мне приходилось еще дополнительно наносить на какие-то участки покраснения, более плотный тон. Я не очень любитель прям консилера на каждый день. Мне хватает, в принципе, и тонального. То есть, если можно этого добавить две капельки, две точки на какой-то прыщик, и он его перекроет, то это не делает, блин, ничего. Вообще, просто вода. Просто вода. Поэтому... обязательно обратите внимание, если вы еще не пробовали, хотя я думаю, что на просторах Ютуба и вообще в интернете практически каждая девочка знает, что такое Healthy Mix в стекле. И если не пробовали, то и не пробуйте. Если уже затронула тему тональных кремов, то, пожалуй, еще расскажу о Maybelline BB Satin. Тоже наверняка слышали, знаете, или видели, или пробовали. Это тоже водичка, слегка-слегка что-то там оттеняющее, может быть, чуть-чуть вам желтизны или розоватости придаст, но не скрывающая ваши недостатки, она не справится нормально ни с чем, только, я не знаю, если у вас супер идеальная кожа, вы используете еще консилеры под глаза дополнительно, перекрываете все это дело, и вам нужно совсем слегка чего-то там оттенить, хотя нет, даже в этом случае не рекомендовала бы. Вообще, ничего не делающий BB не покупайте, возьмите лучше что-нибудь более эффективное, эта штука не работает. Пожалуй, завершу уже это видео, потому что немножко так затянулось, наверное, оно у меня. Хотя, если интересно, обязательно напишите. Могу тарахтеть на эту тему еще дольше. Просто не хочется вот об одном продукте, неудачники, лузеры, очень долго-долго рассказывать. Просто хочется сказать, поберегите свои финансы, потратьте их на что-то действительно стоящее. У вас же наверняка такое было, что вот вы потратили деньги на какой-то косметический продукт, потом давайте, блин, лучше бы я за эти деньги купила бы что-то другое. И так потом жалко, что потратился вот просто впустую. Наверняка у вас было такое. И вот если подсчитать там какие-то там продукты, ну это, блин, получается очень весомая сумма неудачных ваших продуктов. Поэтому ведь классно, если у нас их будет... у каждой из вас, и у меня в том числе, как можно меньше, то есть как можно меньше будет таких вот зря бестолковых трат. Завершу этот обзор продуктов, которые не стоит покупать, чтобы сэкономить ваши финансы. Это Ирен Букур. Наверняка вы тоже слышали о такой фирме. Это вроде как у нас супер натуральная косметика, которую нужно хранить в холодильнике, у нее очень маленький срок годности и так далее и тому подобное. Но на самом деле, вот маска, например, осветление, увлажнение и антиоксидантный эффект, вот она ничего из того, что она обещает, не делает. Нет, конечно, может быть, антиоксидантный эффект какой-то у нее есть, просто я об этом не знаю, как я должна это прочувствовать. Может быть, конечно, какие-то мои... процессы изменились глобально в коже благодаря этой маске, а я так и не почувствовала. На самом деле, вот не осветляет, не увлажняет, не антиоксидирует, ничего не делает. Просто наносишь, походил, пощупал, что так ничего не изменилось. Как будто, короче, делал эту маску, как будто бы и не делал. Смыл, а кожа какой была, такой, по сути, и осталась. И второй ее дружбан. Глубокое очищение, белая глина, вот такая вот штука. И какой-нибудь скраб очистит вашу кожу намного лучше, чем вот эта вот белая глина. Тут у нас, конечно же, и экстракт жасмина, и экстракт гамамелиса. Я не знаю вообще, что это такое. Очищает, увлажняет, успокаивает, обновляет кожу и возвращает ей природное сияние. Как я должна определить в зеркале после маски, что у меня вернулось природное сияние кожи лица? Я вообще не знаю, как оно, природное сияние кожи лица, как оно вообще в идеале выглядит изначально. Поэтому возьмите какую-нибудь лучше другую маску. Вот этих дружбанов не берите, они не помогут вам решить никакую из тех проблем, которые вы на них возлагаете. Вот там есть огромное количество перечней. Тут экспресс-маска, вот тоже опять, в чем разница экспресс-маски и просто маски? Я вот не поняла. Наверное, потому что одну нужно держать там 3 минуты, хотя тут написано 10-15, это вроде более-менее стандартное время для маски, правильно? Правильно. А тут у нас 15-20, то есть 10-15 это экспресс, на секундочку, это экспресс, а вот 15-20 это уже не экспресс, это уже, знаете ли, солидный подход к уходу за вашей кожей. Не рекомендую, не тратьтесь, бесполезно. Лучше съешьте миндальных орехов и попейте больше воды, это принесет больше пользы для вашей кожи, чем вот эти вот поверхностные какие-то супер обещающие продукты.
Вот такие были мои неудачные покупки, от которых я бы вас всех попыталась бы отговорить. Если вы ко мне, конечно, безусловно, прислушаетесь, это было бы супер. Поделитесь в комментариях, какие продукты вы не рекомендуете. Вот реально потратила зря деньги, больше никогда не буду, никому не рекомендую. Все это такое неэффективное, не работающее. Обязательно оставляйте комментарии, обязательно подписывайтесь. Лайк с вас, если возьмете себе на заметку информацию, если для вас было полезно. Отличного вам настроения. Следите за собой, не забывайте, конечно же, но тратьте ваши денежки с умом. Всем отличного настроения и пока!